Всем привет, с вами Филипп. Давайте поиграем в игрушку под названием Пенумбра Источник Зла. Пенумбра 1 Источник Зла. Я скачал полное издание, будем играть первую, вторую и третью часть. Давайте сыграем, я еще ее никогда не играл. Моя история началась в феврале 2000 года. Ввязываясь в это дело, я не собираюсь совершать ошибок, которые сделал мой отец. Говард исчез из жизни матери еще до моего рождения. Письмо отца пришло спустя несколько дней после ее похорон. Так я впервые услышал о нем. Жаль, что он был мертв. Писать послание с того света, видимо, наша семейная черта. В письме был ключ, несколько поручений и мольбы о прощении. Рассудив, что мое прощение ему было уже ни к чему, я стал думать о событиях, которых отец необъяснимо ждал со дня на день. Явно не расположенный к объяснениям, Говард ссылался на банк в Мейфере, о котором я никогда не слышал. В банке была арендована ячейка на его имя, а получателем значился я. Конечно, я туда отправился, как он и предполагал. Там я выяснил, что, несмотря на письмо, он официально считался мертвым почти 30 лет. Так что и старая книга, и стопка найденных мною записей по закону давно принадлежали мне. В письме отец требовал сжечь эти бумаги и не пытаться ничего выяснить. Но он допустил роковую ошибку. Ни один человек не в силах избежать силков любопытства, а я всего лишь человек. Университет, где я преподавал, считался колыбелью физиков и лингвистов с мировым именем. Я представлял физиков, поэтому обратился к знакомому языковеду за консультацией. Расшифровать книгу оказалось невозможно. Зато в записях упоминалось место в безлюдной части Северной Гренландии. Через год я сел на последний авиарейс своей жизни. Глядя, как вместе с аэропортом исчезает за бортом цивилизация, я думал об отце, который вот так же исчез почти 30 лет назад, едва ли не в тот же день, и о том, что оставлял позади я. Мы сели на полоску льда шириной всего в несколько метров. Через несколько минут нанятый мною катер отправился туда, где меня ждало свидание с прошлым. Что, вот сейчас мы, походу, начнем играть. Наконец-то мы почти добрались. Надо уложить вещи. Может, и вдалеке от дома, но еще помню, чтобы поднять вещь левой кнопкой мыши и присмотреться к ней получше. Правой кнопкой мыши. Так. А можно тут мышку настроить? Вот. Тут максимум сколько? Не-не-не, это уже много. Вот так вот. Во! Сойдет. Так. Нет, еще бы не... Ну, немножко. Нет, так. Вот. Мы попали в корабль. Мы на корабле. Так, тихо. Стой. Что у нас так? Тут закрыто. Что у нас находится в рюкзаке? Давай, открой. Открой, смотри. Так, ну как хочешь. Бутылка пошла вон. Что мне нравится в Пенумбре вот сейчас. Что тут можно вот так вот двигать вещи, как в Амнезии. Так, что у нас тут? О, фонарь. Включить и выключить фонарик можно в инвентаре Tab, либо нажать клавишу на фонарик F. Конечно, F легче. А у нас не кончается ли? АСС... Да, лучше не будем тратить. Потому что осталось 50% зарядочки, а это нам не нужно. Так, иди отсюда, вон. Подними, тут записочка. Дорогой Эрик, сижу и пишу тебе короткую косточку. Успеть бы отдать, пока ты вновь не поставишь парус и не покинешь меня. Ладно, вы прочитайте записочку, вот я вам оставлю. Раз и два, все. Я вам оставлю. Так, чтобы вы прочитали. Потом я тоже прочитаю, когда мне будет надо. Фигня. Карта. Иногда полезно раскрыть блокнот. Нажмите N и вспомните о делах или перечитать полезный сведник. Так и где трубка аварийного освещения. Видим все еще заперто в шкафчике. Выжим быть в инвентаре там. Так, N.
список дел, заметки, П. Это у нас странички. Так, в инвентаре говоришь, да? Ключ от моего старенького замка. Так, а как применять? Я так и никак не разберусь, как применять. А, во, на два раза нажать ее. О, все понял. Так. Батареечки для фонарика, круто. Так, может годиться, если батарейки сядут, положи-ка инвентарь. Если что, достану оттуда или нажму клавишу G. Все, что нужно, уже при мне. Надо поспешить. Так, холодное объятие. Надвигающая буря, я понял, как одержимо и всецело посвятила свою жизнь в поиске отца. Ну, ну давайте посмотрим, что нас дальше ждет. Как холодно. Куда я забрел? Надо бы спрятаться от бурана. Так. Что-то мы... Я уже отправился до кончиков ушей, но все же еще слышу свист ветра за спином. Или это звери воют. Так, чувак, ты меня так не пугай. Так, камень, камень. Возьми камень. Вдруг пригодится. Да, мы с какого-то корабля сразу же перешли в какое-то зимнее место. Так, что тут такое? Так, давай открой. Я взял блокнот на всякий случай. Так, бей. Взбивай. Так, давай, так, крути. Молю Бога, что внутри было не такого, я так ослаб. Давай, крути. Так, 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 быстро лезь, быстро. Так, вот. Я вообще не догадывался, что понадобится камень, я просто его взял. Так. Какие-то шумы происходят. Это, походу, он спускается. Так, и где мы? Так, вот, мы спустились, да? Боже, моя голова, не могу понять, что я свалился с такой высоты и все же жив, хотя это... Как посмотреть? Да вообще, как посмотреть? Блин, лестница сломана. Какой дурак тут так. Понятно, что взять ее вверх нельзя, можно только тащить. Так, это смотреть, фигня. Пустые ящики и без боеприпасов. Так, палочка, стальной пруд. Ага, думаю, что заметно. Сигнальный факел. Так, положи обратно. Так. Беспалевно ложат. Думают, что не... никто не догадается, что они там лежат. Так, пошла вон. Так. Ну-ка, попробую ударить молотком, удерживая клавишу. Займем 200 левой кнопку мыши. Можно замахнуть, двинув мышь вправо. Потом на... Так, если после замаха я зажму клавишу осмотреть, то смогу смотреться, держа инструмент. Вот. Да, вот, на влево, вправо давай. Понятно, так. Теперь ты обратно ее. Как тут это? Положи ее обратно, так. Кати, ясно. Подвигай, нифига. Ну надо же осмотреть, вдруг иди ты вон. Вон пошла. Пошла вон. Так, беспалевно лежат шкафы. Подождите, я хочу посмотреть вот эту комнату. Не открывается, видно, что-то ее держит. Понятно. Так, как тут присесть? Во. Давай. На. Так, что-то с нами случается. На. Так, давай, на. Очень сложно бить. Вообще. Так. Бей. Бей. Давай, бей. Бей. Так, а нельзя же взять вот эту палочку? Чё, чем я только думаю?
Хоть и старый, голыми руками не возьмешь. Так, еще раз. Еще дальше подвинуть нельзя. Так, блин, ну возьми ты молоток нормальный и стукни. Это невозможно. На. Как же ты ударить так сильно? Ага, все понял, просто зажимаю мышку и верчу. Так, лезем. У нас тройной путь. Да, нет, один путь. Так, вылезаем и смотрим, что это такое. Какой-то механизм фабричного производства. Что это такое? Тут не есть отверстие, но все равно разбери, как он работает. Решимо. Твою мать. Кто там? Какого черт подери? Так, отодвинь. Вот что мешает. Теперь иди сюда. Ты катись отсюда. Так, нам надо что-то висячий замок старый, но все еще годный. Ну что, может это применить? А как, что делать? Так, я тут что-то увидел. Порядок эвакуации. Так, не. Просто обычный порядок эвакуации. Что, долбить что ли? Толщина у крышки этого люка что-то... Что надо, руками не откроешь. Кто-то очень не хотел выпускать тут гостей или выпускать хозяев. Так, берем, значит, молоток. Бей, бей. Так, какого хрена, что надо делать? О, круто, это можно разбить. У меня идея. Вдруг что-то в них находится. Давай, на, на. Не, ничего. Так, ты бей. Так, тоже ничего походу. Давай, на, 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 бей, бей. Так, это у нас гавалу. Головоломки тут у нас тоже будут. Как и в Амнезии бывает, тоже головоломочки есть. Давай, пихи. Так, зачем тебе эта крышечка? Так, мне как-то надо открыть. Так, примени замок. Иди. Чёрт, чем я только думаю, я откуда знаю. А может сюда применить? Или это? Во! Так. Верчу, кричу. Запутать. Хочу. Во! Не знаю, что это. Так. Я сделал заметку блокнот на всякий случай. Ты сделал? Опс. Фонарь тут не понадобится, я и так освещение сделал. Если вам вдруг что-то не видно, я могу гамма еще побольше сделать. Здесь можно встретить кого угодно. Гарри лучше оставить для киноактеров и сказочных богатырей. Да-да-да-да, все, все понял. Так, лучше все заметить в темноте на пару секунд, тогда меня будет почти не видно. Так, возьми бутылочку. Хрязь! Я говорю, хрязь. Ничего себе, не разбилось. Иди сюда. Иди сюда. Давай, бей. Какого черта не хочешь? Так, ты двинуться не хочешь? Так, зажечь. Сколько же лет этому месту, если здесь пользуются масляной лампой? Похоже, в это даже есть чему гореть. Так, у нас тут карта. Вот мы. Вот, кружочком обведены. Так, канцелярия.
Так, склад. Это у нас вон туда. Взрывчатка, северный блок, мастерская. Пойдем, давайте в канцелярию пойдем. Мне так хочется в канцелярию пойти. Не, чувак, не хочу на склад. В канцелярию. Так, опять какая-то фишка. Канцелярия. Давайте сходим, посмотрим. Ага, что тут у нас? Сколько сведений, трудов и бумаги оставлены? Гнить. Так, книжка. Опять оставлю вам читать. Кто захочет, тот захочет почитать. Кому не трудно. Так. Тут какая-то фигня, и что случилось? Человек уже старый снимает что-то. Он странный, однако знаком мне. Я иногда раньше его не видел, но откуда-то знаю, что он Говард. Я называю его отцом. Что? Что за чертовщина? Что со мной? Будто нечто коснулось моей памяти. Надо быть осторожней. Твою мать, опять дотронулся. Никаких к этому... Никак к этому не привыкну. Так. Нифига. Батарейки. Сколько у нас? 70. Нифига. Стоп, пошел нафиг. На каждом шагу тут. Так, опять прочитайте. Закрой. Открой следующий. Закрой. Сказал, закрой. Ничего. Так. Так, у нас тут ничего. Сейчас там машинка пошла нафиг. Захвати за собой стул. На. Фигня. Так, еще листочек какой-то. А, это вяленое мясо. Вот такой вид, как будто листочек. Так, еще один. Эй, какой фига? Открывай. Он запит, нужен ключ. Так, чувак, я тут ключ нашел. Сойдет? Химия взрывчатки веществ. Издание 1923 года. Опять не читаете? Ой, ты, блин, ты задолбал. Да, я тебя возьму. Нет. Нет. Так, ух ты ж, это же это. Обезболивающее. Нифига. Нифига. Так, быстро открыл, закрыл. Что думал, что сейчас там ничего не будет. Так, ну мы тут сейчас смотреть закрой. Можно выходить? Полагаю, в склад пойдем. Так. Что-то нарывается мне, что тут очень страшно. Так, а тут ничего нельзя. Включить, выключить. А, это что, бесконечное, что ли? Фонарик? Что это было? Неужели здесь чуть мой сердце? Не надо мочить на самом виде. Блин, это кто-то? Это волк. Бла-бла-бла-бла. Твою мать! Твою мать! Иди сюда! О, на! Мать! На! 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 Твою мать! Бей! Бей же мать, на! Какого черта ты жива? Да, вали отсюда. Так, мне что-то плохо стало. Твою мать! Какого черта? Я встать не могу. Ты сдох? На тебе, скотина. Так. Вот что надо было сделать, надо было применить его. Так. Нет, ну мастерскую, а склад. Склад у нас вон там. Вон там у нас склад.
канцелярия, склад. Склад у нас вот тут. Я так полагаю. Склад. Зайдем, позыркаем. Заперто. Книжки это. Еда. Ботинок. Иди. О, иди проверь. Так, чего? Лестница. Пердящий ботинок равно что-то такое-то. Никого? Зажигалка. Видишь, полезно, если она заправлена. Так, я что-то... Зажигалка плюс топливо. Огонь. Пауки. Плохо. Так, что у нас? Камень. Так, двигатель. Эту можно дверь открыть. О, опять. Сейчас ощущения другие, но в то же время очень схожи, будто я еще уже могу управлять вот только чем. Батарейки, все фигня. Так, у нас тут путь открылся. А, блин. Давай. Во, наконец-то. Ладно, давайте тут закончим. Всем пока, с вами был Филипп, мы играли в... Ой, блин, хотел вам Амнезию сказать, блин, Пенумбру. Первую часть. Ну да, я сказал, что я скачал три части. Мы поиграем, конечно же, неплохие. Быстро свет. Ля-ля-ля, свет. Ладно, пока, до скорых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки.